Какие продукты крадут ваш сон, не дают вам выспаться? На утро вы чувствуете себя вялым, уставшим, нет настроения что-то делать. Уберите из рациона эти 4 продукта. Первое – это кофеин. Кофеин – натуральный стимулятор, который содержится в кофейных зернах, чайных листьях, какао-бобах. Кофеин повышает возбудимость, блокируя химический посредник аденозин, нейромедиатор, который вызывает чувство сонливости. Второе – это алкоголь. Есть заблуждение, что алкоголь помогает заснуть. Однако это далеко не так. Алкоголь является депрессантом, который замедляет нервную систему, позволяет быстро заснуть. Однако употребление алкоголя в целом вызывает нарушение цикла сна. Третье – это глютен. Глютен препятствует пищеварению, потому что он повреждает кишечник, то сам плохо переваривается. Частицы непереваренной пищи, которые задерживаются в вашем кишечнике, служат пищей для бактерий и дрожжей. Смотрите внимательно на упаковку, состав продукта. И четвертое – это шоколад. Темный шоколад является суперпродуктом и обладает множеством полезных свойств, в том числе поддерживает здоровье сердца. Более того, флавоноиды какао могут защитить кожу от солнца. К сожалению, он не столь полезен для здорового сна. Небольшой квадратик шоколада содержит 12 мг кофеина. Шоколад также содержит теобрамин – алкалоид, который увеличивает частоту сердечных сокращений и вызывает бессонницу. Если вы хотите съесть шоколад, то лучше съесть его в начале дня или во время обеда. Желаю всем здорового сна, как у младенца!